Людмила Леоновна Стрельникова, Лариса Александровна Секлитова. Огонь Прометея. Глава 20. Работа с информацией. Горшков Александр Васильевич, изучая нашу информацию, научился видеть в ситуациях руку высших. Например, он рассказал нам два случая из своей жизни, когда судьба берегла его от возможных опасностей. Так, однажды в Рязани он провожал девушку домой на окраину города. Назад ему пришлось бы идти в час ночи через весь город. Это было время, когда в стране формировались всякие бандитские группировки. Поэтому, проходя через весь город, можно было неоднократно наткнуться на чей-то нож или чужие кулаки. Горшков отошел недалеко от дома девушки, когда вдруг на улице откуда-то появился милиционер на мотоцикле. Он затормозил рядом с Александром Васильевичем и спросил: «Тебе куда?» Александр Васильевич назвал адрес. «Садись, подвезу», – предложил милиционер. И молодой человек благополучно был доставлен домой. Случай сразу врезался ему в память. Он не мог объяснить, откуда на пустующей улице взялся мотоциклист в милицейской форме. И с какой стати ему вдруг пришло в голову прокатить его для безопасности на своем мотоцикле? Был ли это его материализованный ангел-хранитель?